выбрались. Первая рыбалка в этом году на море. Пойдем трясочку половим, поищем, половим, будет, не будет, там видно будет уже. Погодка сегодня шикарная, весна все-таки нас посветила, как-никак. Вспомнил это слово. Плюс 11-13 градусов, просто шикардос, и безветренно. Ну, рыбу надо будет поискать, первые заходы, народ еще особо никто не ходил, как бы отчетов особо нету. Что там будет, дальше будет видно. Поехали на рыбалку. Называется крокодил в дугу. Либо я просто уже отвык. Ого, что-то есть. Все. Первая трещинка. Сюда. Да, вот он плохая. Ага. Трясочка, трясочка. Вот и Маргу тащит. Все, отлично, пошла возня. Давай я тебе подниму ее. Это моя плетенка была, наверное, нет? Или я тоже все это плетет? А ты можешь мою тоже взять? Кого? Рыбу мою. Быстрее не загубила, что у нее губа порвана. Ой, какая тяжелая. Там не такие сети. Я вот буквально недавно там 150 метров. Да, но забыл самое интересное, самое главное по оснастке. Оснастка идет обычный пилкер, груз, не помню, 160 грамм вроде у меня. Был тройничок, крючок, я его снял, потому что зацепов слишком много становится. Дальше оснастка. Оснастка у нас стандартная, магазинная, 100 рублей штука стоит. Вояки там с ума сходят. Это форма перчиков. Есть еще вторая форма. Вот у Марго одеты в форме кальмара. Чтоб получше клевало, подсадочку, креветки. Ну, чтоб запах был. Запах, вкус по воде шел. Тоже приманивал. Все. Прям хвост целый. Напиливаем. Ну вот, в принципе, простая. Довольно приманка. Так, поехали.
Глубина порядка 22 метров. Ну, тут перепады 19, 23, 24 метра. Рыба особо не присутствует. Хотя нет, вру. Ай. Хотя вру, присутствует. Вот, нащупали точку. Еще не успел. Вот и Марго тоже подхватила за мной эстафету. Все, прием. Погода нас сегодня очень хорошо балует своим штилем. Давно такого не было. Ой, все, первый хвостик. 30 сантиметров в нем есть. Выбираем. То же самое. Так, смотрим, что у нас с Марго. О, Марго, хорошая. Довольно. Давай, Марго. Подавай. Ну ты хоть рада? Ну да, второй-то. Второй-то? Ну, нормально. Начало положено. Все, дубль 3. Сейчас посмотрим. Попробуем нон-стопом. Пока нащупали, ставим. Ну, насчет нон-стопа. Не знаю. Да ладно. Вот так вот крокодилы в дугу ломают. Тоже что-то добротное. Даже барабаном тяжковато крутить. Опа. Вот. Три заброса. Буквально. И еще один приятный хвостик. Все, рыбалка поперла. Точку нащупали. Так, вот. Красавица такая. Пятнистая. Так, погнали. Кто-то мне палец все-таки крючком проколол. Даже не знаю кто. Так. Все упало. Все, процесс рыбалки вот этим пилкером тяжелым, просто стучим по дну, подманиваем рыбу. Треска любопытная сама по себе рыба. На стук идет, и интересно, что там. А тут еще и наши перчики с креветочки плавают. Тем учетом то, что мы стоим не на якоре стационарном, а на парашюте, мы двигаемся 1,5 км/ч, приличную акваторию простукиваем, рыба где находится, ходим за ходами, там стая все равно стоит. В эхолоте треки есть. Возвращаемся по трекам. Ты не угодишь. Маленькая, плохо. Вообще нет, это тоже плохо. У меня вон вообще карандаш. Маленькая или не маленькая? Это маленькая. Да маленькая. Это маленькая. Да? Да.
что-то небольшое. Стреляет. Как хорошо, что 20 метров, а не 50 метров, да? Неплохой экземплярчик. Не сказал, что плохая. Темненькая такая. Ай, брызгается. Зараза. Так. Вот что. Приключилось. Сцепились. Надо же еще поймать дуплет. Чтоб три было сразу. А то это так. Потом будешь говорить, на треске был, да? И никто не поверит. Но она легко идет, а поплевка. Нет, все, просто плюнул. Потом не сумел. Обманка везде. А, видишь? Ты смотри, что делает. Ну, так я тоже так же смотрю. Нет, о! Чем? Ну, я снимаю, снимаю. Марго очередного кабана тащит. Якоря, а я зацеп поймал. А я поймал зацеп. Я устал. Что? Не сорвется. Ой, уже глубина, перепад большой, она уже не сопротивляется. Снимай. Все. А так шло тяжело, так шла тяжело. Не, ну это нормально еще, да? Ее можно оставить. Оставлять. Сама прям запрыгнула к нам в лодку, да? Опять стайка пошла. Солнце еще. Огромная стая. Потому что все, штиль полный. Все? Да.
хет-трик. Что за суперсерьезное лицо? Солнце светит прямо в глаз. За рыбалку. Да, за рыбалку. Прекрасно. Прогресс. Прогресс. Да-да-да. Клюет. Домой поедем?